Ковдоре среди юных горнолыжников разыграли серебряный кубок. Завоевать главный приз попытались чуть менее сотни спортсменов от 8 до 12 лет, в том числе и кировчане. О результатах Ольга Батурина и Андрей Габаин. Несмотря на экстремальные погодные условия, кировские горнолыжники не пропустили соревнования в городе Ковдор, которые проходили 9 января. И более того, вернулись оттуда не с пустыми руками. Их секрет успеха в том, что они тренируются каждый день и всерьез настроены на высокие результаты. Ежедневные трехчасовые тренировки на склоне Большого Вудьявра не дают ребятам потерять тонус. Некоторые спортивные мероприятия из-за сильных морозов пришлось сдвинуть, но Кубок области в Ковдоре все же разыграли. Было минус 18 с ветром, то есть они проявили, так сказать, такие свойства, преодолевая все препятствия. Молодцы ребята, в общем, порадовали нас. Победитель областных соревнований, 11-летний Никита Гуляев, пришел в спорт 7 лет назад и нисколько не жалеет. А наоборот, имея цель и упорство для ее достижения, смело идет вперед. Был такой старт тяжелый и боялся проиграть. Очень тренировались упорно. Спасибо тренерам. 700-метровую трассу ребята преодолевали меньше, чем за минуту. На соревнованиях из 77 горнолыжников со всей области именно кировские мальчишки заняли все пьедестальные места. Спасибо моим тренерам, что подготовили меня ко всем соревнованиям, ну и что я занимаю такие хорошие места. Ну, я думаю, лучше это мое, я хочу дальше ими заниматься, ну и думаю, стану олимпийским чемпионом. Свои кубки и призы ребята показывают с гордостью, ведь позади у них, кроме победы на областных состязаниях, отличные результаты на Кубке губернатора. Активно начавшийся сезон продолжится уже в ближайшие выходные. В микрорайоне Кукисумчор пройдет открытое первенство Кировска по горным лыжам. Поболеть за кировских и апатитских спортсменов приглашаются все желающие.